шел по тропе на долине болот, зависала луна, и услышал он вдруг чей-то крик вдалеке, и пошел посмотреть, с кем случилась беда. И по мягкой земле он аккуратно ступал, его коварная топ себя пыталась стянуть, и далеко от себя он старика увидал, который крикнул ему: «Сынок, не дай утонуть! Помоги мне, парень, выбраться! Помоги мне, парень, выбраться! Бедняга рыдал, умолял! Помоги мне, парень, выбраться! Помоги мне, парень, выбраться! Но парень с улыбкой стоял!» С усмешкой парень сказал: «Не буду я тебе, дед, твоей беде помогать, а человек умирает, я вовек не видал, и на живую хочу я это сейчас увидать. Помоги мне, парень, выбраться, помоги мне, парень, выбраться, бедняга!»